что, в лоб пойти? До средних ехать далеко? Поехал я в лоб. И побыстрее. И лучше по краю, потому что, чтобы меня не вбили в борт. Что лобовать? В лобовую играть надо тоже уметь. Вон там они. Вот тут. Привет. Работай за меня. Давай, работай, ПТ. Промазала, зараза. Ускорение перезарядки. Фугасом по мне работает. ПТ, держись, я тебя закрываю. Работай за меня. Фугасом они меня будут 3 дня разбирать. Какой вкусный у тебя лючок, блин. По ПТ-хе бьют. ПТ-ху закрываю. Закрываю ПТ. Отходи, он со мной единственный здесь. Лайт. Промазан. Плохо. Они бьют по ПТ, красавцы. Хорошо бьют по ПТ. Лайт, ёп, ёп. А, хорошо по лайту пошло. Они там в глухой обороне сидят, кстати. Молодцы, красные никуда не торопятся. Наш средний туда приехал, сдох сразу. Так, ВК-36 ваншотный. Малый вперед я пошел. Есть! В лючок КВ-1С. А КВ-1С по мне фугас. Вот это опасно сейчас, блин, сейчас мне даст. Ровно надо встать. Есть, не пробило ПТ меня. Голду зарядить. По КВ огонь. Убрать голду, ускорение перезарядки. Пошел вперед, ускорение. Мы на флангах продули, что ли, да? Продули, фланг проиграли. Черчилль, бронированный танк сюда пошел, смотри-ка. Работаем за пригорка. Двигатель я ему сломал. Отлично. Ремонтироваться рано. Держим в лобовую, хорошо. Я опять двигатель кританул ему. Точку возьму. Вот так вот лобует семерка, вообще зверюга. Сзади они, оба средних, сзади ПТ. ПТ со мной отыграл, заслужил лайк. Вот он заслужил лайк, ты молодец, бро. Пошли. 2 средних меня разберут. Убрать пока броню, пошли. Надо по маякам играть. Есть! ПТ, работай, гусеницы нет. Там другой работает ПТ по нам. Броньку одеть. А где второй ПТ? Вот плохо я их не вижу. Сука. Все, один. Ваншотный. Пошли, зажимаем. Ускорение. Снять броню, ускорение пошел. Ремонт гусениц. Это математика. Танки такая же математика, как гребаные роботы. Только там метовые, а здесь... Здесь подкрутка и скилл. Удача, рандом. Вправо выстрел, сейчас шанс будет. Надо зажать его и уничтожить. Готов.
Свободен, сынок. Вот вам семерочка Прометея. Кто-то там писал в чате для раков. Для раков, да? Ага, сейчас. Вот вам для раков. Мастер. Мастер на стриме. На новой технике. Стальная стена и мастер. Вот вам, блин. Вот это бой, блин. Мы выдержали такую жопу. Слушайте, на прокачиваемой технике 111 тысяч получить, это вам, знаете, это не хухры-мухры. Со мной Сушка играл, заслужил жирный лайк. Но он выбрал правильно себе напарника. Ну, а теперь можно и собрать.